Девчонки, всем привет! Меня зовут Аня, и сегодня у нас с вами будет видео про новинки косметики. Примерно месяц я не снимала подобные видео и думала, что накопилось очень много релизов. Но вы знаете, на самом деле то, что меня хоть как-то заинтересовало, совсем немногочисленно. Поэтому надеюсь, что в этот раз видео будет коротенькое. Я открываю свои закладочки из сети с картинками, и мы начинаем обсуждать новинки. Начать я хочу, как обычно, не с декоративной косметики, а с каких-то девайсов, кистей, может быть, ароматов. Давайте смотреть, что вышло за последний месяц. Наверное, называть я буду только те марки, те запуски, которые во мне как-то откликнулись. Если вам что-то еще понравилось, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, я на что-то не обратила внимания. Мне, в принципе, все интересно. И вот, например, в ароматах я выделила для себя два запуска. Один абсолютно, мне кажется, нереалистичный для европейского рынка. Я увидела это в одном из азиатских аккаунтов. И это лимитированная упаковка аромата Miss Dior от Dior. Это коллекционная вещь. Просто посмотрите, насколько она потрясающая. Не знаю, меня очень привлекают какие-то лимитированные запуски. Чаще всего они, конечно, случаются на азиатском рынке. В описании указано, что этот лимитированный запуск посвящен Бобби. Это четвероногий друг создателя этого аромата, парфюмеру дома Dior. Это очень сентиментально. И давайте ужаснемся цене. Такой коллекционный флакон будет стоить $750. Это, конечно, что-то с чем-то. И еще один запуск парфюмерии. Это новая версия Idole New Eau de Parfum от Lancôme. Мне нравится презентация, мне нравится шикарная Зендея, нравится флакон и нравятся основные ноты, которые здесь перечислены. Роза, орхидея и ваниль. Скорее всего, это будет что-то очень стойкое, насыщенное. Я бы попробовала хотя бы в затесте. 50 мл данного парфюма будет стоить $118. Хотела еще раз обратить ваше внимание на коллекцию от Chanel, которая вышла. В нее входят кисти, зеркала и пилочки. Вы знаете, начали появляться обзоры на эту коллекцию. Я не знаю, куда будут привозить данные продукты, но вы знаете, вот эти вот зеркала в Chanel мне очень понравились вживую. Они выглядят достаточно приятно. Мне больше всего приглянулось зеркало в нюдовом оттенке и в лавандовом. В принципе, я бы, наверное, хотела что-то такое, чтобы можно было положить в сумочку именно не пудру, а чисто зеркало в таком интересном оттенке, естественно, люксовое. Было бы симпатично, но, скорее всего, в Турции я такого, естественно, не увижу. Но, тем не менее, вживую я просто в прошлом видео высказала свое фи по поводу этого запуска, что такое пилочки для ногтей от Chanel. Но на самом деле, как люксовый аксессуар, если это рассматривать, и увидев видео с живыми продуктами, я изменила свое мнение, по-моему, очень симпатично. Также мне понравилась коллекция новая от Real Techniques. Туда входят два спонжа, два набора кистей, какой-то скотч для макияжа и косметичка. Мне понравились пудрово-нюдовые оттенки этой коллекции. И если эту коллекцию хоть как-то, хоть в каком-то виде я где-то увижу по приемлемой цене, я бы, наверное, с удовольствием что-то приобрела, потому что цены, в принципе, приемлемые. По $20 стоит набор кистей, то есть там кисти для лица и кисти для глаз. В принципе, кисти от Real Techniques меня устраивают. У меня есть несколько кистей, какие-то из них немножко колки, что ли, не такие мягкие, как хотелось бы, но в целом качество Real Techniques меня устраивает. Не могла пройти мимо и не показать вам вот такой вот девайс от доктора Денис Гросс. Это какая-то штуковина для губ. Сейчас я вам прочитаю описание. Стоить это будет $148 и направлено исключительно на воздействие на губы. Это светодиодный аппарат для губ, который борется с видимыми признаками старения, включая тонкие морщинки, глубокие морщинки, какие-то заломы на губах и так далее. Стимулирует кровообращение для возвращения естественного пигмента губам. Первый раз такое вижу.
На самом деле для девушки, ну или неважно, человека, кто привык к таким девайсам для лица, кто их коллекционирует, кто действительно ими пользуется, это, ну, просто очередной интересный девайс, почему бы и нет. Действие направлено только на губы. Единственное, что мне не очень нравится, что это как капа, что ли, держится. То есть получается, что зажимаешь ты это во рту. Ну, как бы, когда мы что-то держим во рту, это все равно стимулирует всегда слюноотделение. Мне кажется, это не очень комфортно и удобно, но не знаю. Интересная штуковина, первый раз такое вижу вообще. Из уходовых продуктов отметила для себя очередной релиз от Glow Recipe. Довольно растиражированный, разрекламированный бренд. Я пользовалась продукцией этого бренда, ничего особенного. Цена не указана, это будет сыворотка с экстрактом граната. Если честно, в Glow Recipe меня больше привлекает всегда маркетинговая составляющая бренда, мне нравятся их флакончики, они симпатичные. Я думаю, что это будет среднее такое по качеству средство, которое, ну, не уверена, что будет сильно эффективно, хотя, кто знает, указано, что тут и лифтинг, и укрепление, и антивозрастной эффект, ну, это и понятно, потому что экстракт граната, он считается, в принципе, антивозрастным таким компонентом. Теперь хочу перейти к бренду Charlotte Tilbury. У нас, значит, начинается пора адвент-календарей, потому что уже середина августа, и, как правило, в сентябре или к сентябрю уже все анонсы адвент-календарей выходят. И вот мы видим анонс адвента от Charlotte Tilbury. Будет стоить этот ее классический сундучок, уже несколько лет подряд она его выпускает, будет стоить он $210. Пока не написано, какое наполнение нас ожидает, но я думаю, что заявлено будет опять достаточно внушительная сумма. Дело в том, что в календаре от Charlotte, как правило, одно и то же из года в год. Мне не привлекает такой формат адвент-календаря, где один бренд сконцентрирован. Но я думаю, что для любителей Charlotte, почему бы нет, $210, по-моему, это, ну, не так уж и много для календаря от Charlotte Tilbury. Ну, стандартно 12 ячеечек. Ну, за 12 ячеечек от Charlotte, наверное, неплохо, но мимо меня. Также перейдем плавно к декоративной косметике, тоже через Charlotte Tilbury, потому что у Charlotte выходит коллаборация с Disney, и она посвящена фее Тинкербелл. Мне показалось, что этот запуск немножко странноват, но я не буду высказываться категорично, потому что, ну, наверное, я бы просто сама хотела бы что-то другое. Дело в том, что эта коллаборация предполагает несколько продуктов, и все они так или иначе кремовые. То есть мы видим косметичку с стразиками, которая, по-моему, выглядит немножко дешево. Мы видим три оттенка ее Magic Wand, которые просто отличаются тем, что на них нанесена вот эта вот картинка с феей Тинкербелл. И мы видим Magic Cream, у которого лимитированная крышечка с феей, опять же. Если честно, я бы от коллаборации Disney и Charlotte хотела видеть какие-то более долгоиграющие продукты. Мне кажется, интереснее было бы выпустить какую-то лимитированную пудру, которая у человека будет в коллекции достаточно долгое время и будет его радовать, как вот частичка, да, этой диснеевской истории, как коллекционная вещь, долго, потому что все равно Magic Cream заканчивается, палочки вот эти вот ее, они все равно теряют форму и приходят в негодность. Косметичка это со стразами вообще отдельный разговор. Цены будут, ну, как обычно у Charlotte, плюс еще коллаборация, они самые дешевые, то есть каждая палочка будет стоить $42, набор будет стоить из этих Magic Wand трех штук $126, косметичка будет, на секундочку, стоить $48. Давайте посмотрим, как вы думаете, стоит $50 такая косметичка со стразами? Ну, для меня нет. То есть, как только я увидела анонс этой коллаборации, я подумала, что будет что-то интересненькое, но, как мне показалось, какие-то продукты были выбраны для этого не очень подходящие. То есть, во всяком случае, я бы не хотела себе такое, поэтому, ну, вот как-то так. А еще, вот судя по фотографии, я вижу, что будет набор из 4 значков, где будет написано Charlotte и Disney, и будет фея Тинкербелл. Ну, немножко странно, на мой вкус. На мой вкус немножко странный набор продукции в этой коллаборации. У Kylie Cosmetics выходит еще 3 оттенка ее маски для губ, или что это такое, маска-бальзам для губ. У Kylie, конечно, очень красивые
промо всегда. Мне кажется, фотография Кайли очень удачная, к этому продукту подходящая. Но доступно это все будет на ее сайте, и для меня недоступно. И на самом деле косметика Кайли мне как-то... То есть мне нравится, как это все преподносится, но в итоге мне не особо-то интересно. Теперь уже можно переходить к декоративной косметике. Давайте начнем со всяких тональных основ, консилеров и так далее. И вот у бренда Kiss, это бренд Олесии Kiss, выходит такой интересный продукт, два в одном. Это консилер и тинт для лица. На самом деле очень интересно. Консилер обычно должен быть более-менее плотный, да, а тинт предполагает, что он такой полупрозрачный. Вот у нее выходит множество оттенков данного продукта. И мне в бренде Олесии Kiss нравится все. Когда он только появился, я увидела его на Cult Beauty. Ну, почему-то не заказала, не успела заказать. Потом доставка с Cult Beauty прикрылась. И здесь в Турции мне Cult Beauty тоже недоступна. Хотя я бы с удовольствием попробовала вот этот бренд. Мне кажется, он недооценен. Вообще, концепция вот этого макияжа без макияжа, мне кажется, она периодически все равно актуальна для любой девушки. Я бы с удовольствием попробовала. Тинт этот будет стоить... $28, мне кажется, это не так уж и много, в нем содержится 2% ниацинамида и сквалан, в общем, это еще и ухаживающий продукт. Как только мне будет этот бренд доступен, я с удовольствием им воспользуюсь и что-то приобрету, потому что, ну, вообще, мне нравится все, мне нравится Олесия, мне нравится концепция бренда, мне нравится упаковка. Ну и вообще сам конкретно вот этот продукт тоже меня привлек. Также интересный продукт выходит у Fenty Beauty, я его уже как-то упоминала, он был в снэкпиках, но теперь мы видим полноценную презентацию, и мы видим, что это стик для лица. Он указан как блюрящий и смягчающий тинт, то есть, скорее всего, это будет что-то тонкое и полупрозрачное. Видно, да, что это что-то полупрозрачное, потому что у модели остались все ее веснушки и родинки не замазанными. То есть это что-то такое летнее. $35 будет стоить, 25 оттенков. В принципе, не так уж и дорого, наверное. Единственное, что, судя по фотографиям, такое впечатление, что какое-то микроскопическое количество этого продукта в самом стике. Я подожду обзоры, уверена, что в Sephora в Турции привезут. Если что, можно будет купить на распродажу в Черную пятницу, я в этом уверена. Также указано, что упаковка здесь полностью recyclable. Не знаю, важно это кому-то или нет, но это, наверное, хорошо. Интересный продукт, единственная претензия за $35. Мне кажется, все-таки маленький стик. Тут, к сожалению, граммовка не указана. Поэтому не подскажу, но я бы попробовала. У бренда, который тоже меня очень интересует, но, к сожалению, мне недоступен, поэтому у меня в отложенных хотелках, это бренд House Labs, Lady Gaga, и у них выходит консилер. Мне нравится дизайн, мне нравится промо, мне нравятся фотографии Леди Гаги, и продукт сам по себе мне кажется достаточно интересный. Это увлажняющий консилер, но видно на промо, что он достаточно плотный, поэтому я бы с удовольствием попробовала. Здесь будет 31 оттенок, написано, что он увлажняющий и дает сильное покрытие, как я уже сказала. И здесь более 20 активных ингредиентов для питания и увлажнения кожи. Отлично, мне кажется, прекрасный запуск. С удовольствием попробую, как только мне это будет доступно. Теперь по поводу пудр. Во-первых, пудра выходит у бренда Lunar Beauty. Lunar Beauty – это бренд Mani MUA. Я люблю Mani, люблю вообще Lunar Beauty. С удовольствием бы попробовала что-то еще. У меня от Lunar есть только один хайлайтер. Заявлено, что это будет блюрящая, матирующая пудра без талька. Здесь будет 20 грамм. Правда, всего будет 4 оттенка. Но все-таки это маленький бренд, поэтому простим ему маленькую линейку оттенков. Стоить это будет $28. И мне нравится, что Mani кастомизирует все свои продукты и сообразно своим интересам, а также названию бренда, поддерживают вот эту вот тематику Луны, и у него на крышке пудры будет изображена поверхность Луны. Я почему-то доверяю качеству Lunar Beauty, и мне кажется, что за $28 20 грамм пудры – это очень хорошее приобретение. Я бы с удовольствием приобрела себе розовенький оттенок, потому что в последнее время я смотрю, что много выходит таких рассыпчатых пудр в розовом оттенке, я бы попробовала. Еще одна пудра выходит у бренда Guerlain. Я ничего
не могу с собой поделать. У меня доверие какое-то заочное и слабость к продуктам для лица от бренда Guerlain. Мне нравятся их пудры. И это вот новинка Pure Gold Skin Control Compact. Указано, что это будет одновременно матирующая и подсвечивающая пудра. И также нам дают информацию, что эта пудра будет пропитана 24-каратным золотом, которое создает красивую вуаль на коже. Частицы золота отражают свет, делая кожу визуально более гладкой, скрывая поры и неровности. Эта пудра содержит 85% ингредиентов для ухода за кожей, включая экстракт лепестков белого пиона для укрепления барьерной функции кожи. В общем, у Guerlain, как всегда, шик, лоск, красота. Не знаю, я страшно представить, сколько в Турции будет стоить Guerlain. Он тут просто раза в полтора дороже. Что-то я сегодня добренькая такая, давайте что-нибудь поругаем. На самом деле, я уже закончила с какими-то такими запусками около уходового базового какого-то макияжа. И давайте перейдем уже к губам и новым коллекциям, палеткам теней. Самое интересное, в общем, я для себя, в принципе, не очень много выделила. Но хочу поругать сразу вообще новые запуски от Too Faced. Я просто их продолжаю включать в эти видео, потому что Too Faced когда-то были моим одним из самых любимых брендов, причем я не то чтобы настаиваю на каком-то их потрясающем качестве, просто они почему-то у меня в душе откликались вот этими своими ароматами, цветовыми подборками, упаковками, концепцией вообще всей. Ну и, в принципе, у них достаточно сносное качество, но то, что сейчас происходит, ну, с ними давно уже это происходит, но, в общем, сейчас я уже окончательно остыла. Вот они объявили опять две мини-палетки у них запустятся. Во-первых, мне не нравится, что они даже в своих маленьких палетках уже перешли на картон. Ну, не знаю, я, конечно, понимаю, жестяные упаковки тяжелые, все, наверное, от них уже устали, и их, скорее всего, очень дорого производить. Но, тем не менее, мне кажется, вот в этих картонных упаковках данные палеточки вообще ничем не отличаются от палеток Revolution. Это, конечно, расстраивает, причем стоить они будут $27. Это будут две палетки в розовой и коричневой гамме, которая для Too Faced очень стандартная. И что мы тут видим? Frosted Strawberry и Brown Sugar. Brown Sugar Cinnamon. Ну, я посмотрела превью. Ничего нового, такое впечатление, что все оттенки старые. Я думаю, что качество будет сносное, но такое мы уже 100 раз видели. Очень, конечно, они расстроили меня в этот раз, как и последние несколько их запусков. Также хочу отметить, что в Trendmood уже засветилась их осенняя коллекция, новая палетка большая, и тоже мы больше не увидим жестяную упаковку. Опять эта упаковка картонная. Называться палетка будет Maple Syrup Pancake. И цветовая гамма здесь очень что-то такое напоминает Pumpkin Spice. Ну, в общем, как обычно, да, осенняя гамма у Too Faced. И судя по видео, которое я вижу сейчас вот у Trendmood, шиммеры какого-то очень странного качества. Я, как только привезут эту палетку в Sephora, я ее потыкаю, конечно, пальчиком, но, скорее всего, для меня это мимо, вообще никак не привлекает. Как только смена вот этих вот жестяных упаковок на картон окончательно меня вообще отбила желание покупать этот бренд. Я последнее, что у них взяла, это палетку Cinnamon Swirl. Она мне очень нравится, но это, наверное, последнее приобретение мое у этого бренда. Очень жаль. Также не понравился новый запуск от Urban Decay, Metal Mania. Все-таки, мне кажется, бренду нужно пересмотреть формат палеток, ну и формулы. У Кайли вышла палетка в таких базовых матовых оттенках. По-моему, я слышала положительные отзывы о матовых тенях от Кайли, но не буду утверждать. Мне кажется, это такой исключительно фанатский продукт. У всех любителей косметики, я уверена, полно матовых коричневых теней, поэтому сподвигнуть купить такую палетку может только любовь к Кайли или Кайли Косметикс, потому что это абсолютно необязательный продукт. У Патрика Та также вышла матовая палетка с двумя кремовыми рефилами. Меня такое не привлекает, и матовых теней у меня достаточно. Появились более четкие фотографии и уже даже обзоры на рождественскую коллекцию от Chanel. Вот с таким вот золотым покрытием около рефилов. Очень красивые палетки, но почему-то меня не впечатлили цветовые подборки. Возможно, я недостаточно внимательно смотрела.
но пока мне этот запуск не очень понравился. Зато то, что понравилось от Chanel, это осенний запуск. Я, по-моему, его уже упоминала. И мне очень нравится румяна с тиснением осенних листьев. Я бы хотела какой-то из этих оттенков. Может быть, нам даже привезут это что-нибудь в Турцию. Замечательные, мне кажется, оттенки. Я уже видела вживую. Тиснение там такое, что должно сохраниться надолго. И мне кажется, это интересный лично для меня продукт, потому что я люблю в коллекции держать что-то люксовое с каким-то особенным дизайном и, естественно, в интересном цвете. Вышел обзор на новую косметику от бренда Paco Rabanne. Я очень удивилась. Я не знаю, было ли раньше у них что-то подобное, но вот написано, что 21 августа стартует эта коллекция. И если мы посмотрим на упаковке, мне кажется, вот стиль Paco Rabanne соблюден. Что-то такое очень лаконичное, минималистичное, почему-то отдает мне 2000-ми, но мне не интересно. Возможно, слишком рафинированная, слишком строгая упаковка, почему-то эти продукты меня не привлекли. И такое же впечатление почему-то у меня возникло от запуска Prada. Prada также запускает свою косметическую линейку. Там будет достаточно много продуктов. Будут и помады, и даже палетки теней, и тональные основы, и какой-то крем, судя по всему. И я думаю, что это все выдержано именно в концепции бренда Prada. Они молодцы. Для тех, кому нравится эта эстетика, мне кажется, такое зайдет. Я уже даже видела вживую, по-моему, видео и фото этих палеток от Prada, но также почему-то не вызывает у меня желания купить. Нет какой-то эмоциональной составляющей в дизайне этого бренда лично для меня. Не привлекает меня такой строгий дизайн, он граничит с безликим, к сожалению. Это такая все-таки очень тонкая грань, когда бренд пытается соответствовать своей концепции, несет какую-то задумку, но при этом в своей минималистичности немножко, как мне кажется, теряется люксовость, особенность. Не могу это объяснить. В общем, какое-то чувство чрезмерной рафинированности, строгости и безликости в дизайне этих продуктов. По качеству, естественно, ничего сказать не могу, потому что, ну, у меня столько уже косметики, и на рынке столько косметики, что, естественно, мы покупаем не для того, чтобы получить, точнее, не только для того, чтобы получить прекрасное качество, мы покупаем, чтобы получить эмоцию. Вообще, это основа маркетинга и рынка. Люди покупают ради эмоции, и вот в данном случае эмоции у меня не возникает. Немножко переключимся на инди-бренды. И вот бренд Glamlight, у них вышла коллаборация с Hershey's. Это бренд шоколадок и сладостей и прочих. Мне понравилась эта коллекция. Ничего сказать не могу. Вот просто понравилось. Мне понравилась палетка, естественно, белая. Мне понравились синие оттенки блестяшек. И даже в Турцию вроде Glamlight доставляет. И распродажа у них была на продукты для губ. И что-то вот я села, начала ковыряться, начала добавлять в корзину. И что-то я не купила в итоге. Хотя стоит абсолютно недорого. Но не знаю, почему что-то меня остановило. Возможно, картонная простецкая упаковка. Потому что у какого-то корейского бренда была коллаборация с Hershey's уже какое-то время назад. И, по-моему, Etude House. И вот там были очень интересные упаковки. Я бы с удовольствием попробовала. К сожалению, сейчас нет в наличии этого. Ни в России я не нашла, ни в Турции. Там были интересные упаковки. Мне кажется, более отражающие бренд Hershey's. А вот палетки от Glamlight, они хоть и очень видно, что будут красивые, потому что шиммеры такие блестящие. Мне нравятся вот эти вот синие цвета, приглушенные, что ли. Но мне не нравится картонная упаковка. Я знаю, что мне она будет как-то чисто эстетически не радовать. Поэтому в итоге я накидала все в корзину у них на сайте и все-таки заказ не сделала. Но, тем не менее, такая коллаборация есть. И, в принципе, она классная. Может быть, когда-нибудь я все-таки приобрету что-то от Glamlight. У Tom Ford выходит несколько коллекций. Про что-то мы с вами уже говорили. И сейчас выходят хорошего качества фотографии на Трендмуде. Вот давайте смотреть. Выходит Private Rose Garden Collection. Туда будет входить два оттенка бальзамных помад, два оттенка палеток теней и два
тинта для губ. И вот одна палетка теней – это Insolent Rolls, это старый запуск. И вот новая палетка – это Rose Tease. Это полностью матовая палетка, и меня она вообще никак не привлекает, хотя у нее будет видно либо белый, либо такой нежно-нежно-розовый футляр, но нет, к сожалению, мне уже это не интересно. Я говорила уже как-то, что мне бы хотелось вот этот вот тинт масла от Tom Ford, и если он у нас появится, возможно, я его приобрету. Мне нравится дизайн, и вообще масла для губ с тинтующим эффектом, я поняла в последнее время, что это мой продукт. Есть уже четкие фотографии реальные вот этой палетки Rose Tease. Это стандартные матовые от Tom Ford. Но я, девчонки, вам могу сказать, что я лично тени от Tom Ford люблю за их запеченную формулу и как раз-таки за Wet and Dry формулу и за спарклы, но никак не за матовые. Не знаю, что здесь предполагается за формула, но для меня ничего особенного. И еще одна коллекция выходит от Tom Ford, и я понимаю, что это что-то осеннее. И тут уже будет аромат кофе розе. Я, к сожалению, не специалист, не знаю, может быть, он и не новый. Потом сюда будут входить три подсвечивающих корректора в трех оттенках. Мне такое неинтересно, слишком дорого для меня. Я не такая богатая, чтобы покупать кремовые продукты от Tom Ford, которые там за $150 продаются, не мое. И две палетки теней. И палетки теней здесь уже в более смелом исполнении, в более смелой гамме. И это опять мимо меня. Я не знаю, почему, что со мной случилось. У меня столько палеток от Tom Ford. Я так раньше любила этот бренд. Но сейчас я смотрю, и ничего у меня не ёкает. Вот мы видим две палетки. Называются они будут Dark Opulence и Ambrosia. Dark Opulence, я так понимаю, что это с двумя синими рефилами. Мне не нравится на промо-фото, по крайней мере, оттенки этих синих цветов. То есть просто они не мои. А розовая палетка, в принципе, мне кажется, достаточно обычной. То есть это смело и ярко для Tom Ford, но это уже не впечатляюще для косметического рынка. Немножко к бюджету. У бренда Colourpop вышла очередная коллаборация, и на этот раз это коллаборация с мультиком Наруто. Это чисто для фанатов вещь. Мне не понравилась гамма этой палетки. Я видела свотчи вживую, мне не понравилось качество темных матовых. Цветовая гамма, конечно, полностью соответствует мультику Наруто и персонажам из этого мультика, но на глазах это абсолютно не мое, поэтому мимо, хотя, в принципе, коллаборации от Colourpop я люблю, я не вижу в них ничего плохого, потому что ты покупаешь, ну, даже больше не косметику, а какой-то сувенир для себя. У меня есть коллаборация с Мандалорцем и коллаборация с Холодным сердцем. Вот. Данная коллаборация меня не очень привлекает, потому что единственная эмоциональная составляющая с Наруто у меня состоит в том, что 15 лет назад этот мультик смотрел мой муж, будущий. Все. Каким-то абсолютно проходным для меня запуском оказались новинки от Rare Beauty. Они уже давно приехали к нам в Турцию. Почему-то здесь Rare Beauty достаточно быстро появляется. У нее вышли карандаши для бровей. Ну, это просто не сфера моих интересов, в принципе. И у нее вышли тени в стике для глаз. Мне такой формат теней уже давно не интересен, я такое не покупаю. Оттенки достаточно базовые, половина из них с таким розовым уклоном. Вообще, мне кажется, что это не особо интересно, хотя и не особо дорого. Около $20 стоит каждый продукт. Давайте немножко продуктов для губ зацепим. Во-первых, у Патрика Та выходит два продукта для губ. У него выходят матовые и кремовые помады для губ. У меня ничего нет от Патрика Та, хотя я бы с удовольствием что-то попробовала. Я слышала о том, что вот эти вот упаковки его оставляют отпечатки, в итоге выглядят не очень красиво. Но все равно, мне кажется, что это хороший запуск. Я бы с удовольствием что-то приобрела. Также вот я вижу, что выходят какие-то двушки для щек. И приложу картинку вот средней. Swatch мне очень нравится. Помады будут стоить, кстати, не очень дорого. Кремовая помада будет стоить $26, а помада в стике будет стоить $32. Мне кажется, это средняя цена для подобного бренда. У Kilian также выходят новые жидкие помады, и у них это будет сатиновая формула.
6 оттенков будет. Киллиан парфюмированные продукты для губ. Одно время я очень хотела помаду от Киллиан, но что-то так я ничего и не приобрела. Жидкую формулу точно брать не буду, может быть, когда-нибудь приобрету формулу в стике. Вот этот запуск меня не интересует. Мне и оттенки особо не приглянулись, их всего 6. Ну, как-то грустненько. Хочу вам показать новую мини-коллекцию капсульную от Dior, которая, естественно, выпущена на японский рынок. Но я вам хочу показать, возможно, куда-то доедет до каких-то байеров. Мне понравились румяна. Эти румяна, они под номером 290, написано, что это голубоватый лавандовый оттенок. Мне нравится дизайн, мне нравится, судя по фото, что это такой оттенок с подсвечиванием. Я бы попробовала румяна, остальное в коллекции в этой мне ничего не привлекло, ничего особенного, палетка теней так вообще похожа на 100-500 предыдущих, которые у них выходили. Но румяна красивые. Ну и еще новинка с азиатского рынка. У Flower Nose вышла новая коллекция, посвященная балету. Ну, это все в азиатском стиле, традиционно, перегруженный дизайн. Мне такое нравится. Если, например, иметь один какой-то предмет из коллекции, и в частности вот меня привлекает пудра. Я хотела от них рассыпчатую пудру в формате карусельки, но тут вышла вот эта красавица с балетной пачкой на крышечке. Красота! Хочу вам показать запуск, который мне ужасно не понравился. Это новая коллекция от MAC. Это какой-то кошмар. Напоминает чем-то Revolution. Это коллаборация непонятно с чем. С чем вот эта коллаборация? Это какая-то новая Astra Shine Collection. И я даже комментировать это не буду. Я не знаю, кто это будет покупать. Это какая-то полная фигня. Они что, издеваются? Это действительно какой-то Wet n Wild, Revolution, вот из этой категории. Я не знаю, как можно что-то приобрести с таким дизайном. Простите, если кому-то нравится, но это какая-то жесть. Просто жесть. Новая мини-палетка от Наташи Деноне. Сейчас уже есть и видео, и макияжи, и фотографии, и качественные свотчи. Они отличаются от тех свотчей, что были до этого, потому что до этого девочки просто комбинировали вот эту вот новую мини-старлет из существующих оттенков, но на самом деле там есть некоторые отличия, потому что я так понимаю, что в Mini Starlet немного переформулированные оттенки, поэтому небольшие отличия в них есть. Тем не менее, это для меня палетка мимо. Я не буду ее приобретать, хоть это и миниатюрка, хоть и стоить она будет недорого, все равно я не буду тратить на нее деньги, потому что у меня слишком много нюдовых палеток, мне не нужна еще одна, я знаю, что я не буду ей пользоваться. У меня сейчас уже столько палеток любимых, что я каждой из них пользуюсь не больше 3-4 раз в год. Поэтому покупать что-то такое настолько базовое я не хочу. Кроме того, я видела обзоры, у девчонок были вопросы к матовому холодному оттенку, как он работает. Это очень странно. Вот. А также вот оттенок, который не Sparkle, мой любимый, который я очень люблю, а второй оттенок, который просто шиммер, он мне кажется рыжеват, на мой вкус. То есть у меня два оттенка в этой палетке под вопросом. Один уже есть, а два матовых оставшихся, я не вижу в них ничего особенного. Мне кажется, если вам нужна базовая ежедневная палетка кинуть в косметичку, накраситься где-то вот быстренько, то, конечно, хороший вариант, скорее всего. Скорее всего, и этот холодный матовый неплохого, на самом деле, качества. Посмотрим обзоры, но я сама приобретать ее не буду, не вижу смысла тратить на нее денежку. И тут я предлагаю забыть все мои слова про нюдовые палетки, что они мне не нужны. Это новинка от Наташи Деноне «I need a nude». И, конечно, она просто красавица. Я очень сильно ее хочу. Потрясающий сводч. Уверена я в качестве. Единственный вопрос у меня к цветовой гамме. Я боюсь, что она мне немножко серовата на внешность, поэтому буду ждать обзоров. Запуск, к которому я не знаю, как относиться, это новая рождественская коллекция от Yves Saint Laurent. Вообще, я очень люблю дизайн бело-золотых упаковок в косметике. Просто вот обожаю, это прям моя слабость. Поэтому все вот эти вот коллекции белые от Tom Ford, это просто одно время было моей мечтой. Я только видела эту бело-золотую упаковку, у меня сразу слюнки текли. Но конкретно в случае Yves Saint Laurent, вот что-то вот мне в этом дизайне
что-то мне в нем не нравится. И вообще весь состав коллекции меня не привлекает особенно. Палетка теней, мне кажется, в таких достаточно стандартных оттенках для зимы. У меня есть что-то от Шанель в такой интерпретации, то есть растушевочный, черный оттенок и две блестяшки. Ну, как-то не могу понять, мне нужно увидеть вживую. Вроде и красиво, и вроде странно. Что вот это вот за принт изображен на упаковке? Я понять не могу, что это. Что-то потрескавшееся, какой-то витраж или что. В общем, не знаю, хотелось бы посмотреть какие-то видеообзоры пока, но интересно. Запуск, который точно мимо меня, это новая палетка от Pat McGrath. Это Mothership 11 Sunlight Seduction. Я просто не знаю, как это помягче выразить все, но вы знаете, я уже и обзоры посмотрела, и свотчи посмотрела. Это просто розовая палетка с просто блестяшками. А, собственно, за что $130? Ну так вот, честно, за что? За три матовых стандартных оттенков, за один сатин и за шесть розово-золотых цветов? То есть, я не знаю, я смотрела макияжи, ну да, блестит, но ничего особенного, ничего особенного. Алло, Пэт, ты чего? Я не знаю, мне кажется, это такая халтура. Вообще, если выстроить в рядочек все палетки, начиная с первой розы, вам не кажется, что это просто какая-то мешанина из одного и того же? Не знаю, я, может, тут даже коллаж сделаю из этих палеток, поэтому я с удовольствием посмотрю обзоры других девчонок на вот эту палетку, но она мне вообще не интересна к приобретению. Какая-то странная палетка выходит у Valentino Beauty, и она будет двухслойная. По-моему, что-то такое одно время выпускал Bobbi Brown. Мне не нравятся такие палетки-трансформеры. На промо выглядит как-то немного дешево. Знаете, напоминает вот эти вот бьюти-наборы, которые были у Lancôme и у прочих производителей в 2000-е. Как-то это немножко несовременно, на мой взгляд. Две коллекции, которые понравились. Значит, во-первых, вышла мини-коллекция с лошадьми у Шантекай. Ну, Шантекай мне вообще, в принципе, нравится. Я люблю Шантекай. Очень дорого, очень опять мне недоступно, но очень симпатично. У них выходят 4 оттенка теней с лошадками. Из 4 представленных оттенков мне нравится нижний оттенок, а по дизайну упаковки по лошадкам мне нравится 3 оттенок сверху. Но в этой коллекции меня заинтересовали помады. Это их стандартная бальзамная формула. Мне нравится, что на упаковке изображена лошадка. И мне нравится первый такой мауовый оттенок, который расположен сверху. Очень симпатичная коллекция. Будет стоить тени $56, а помада $52. Ну, Шантекай это не дешевый бренд, хотя его можно купить на распродажах периодически. Он доступен. И еще одна коллекция, которая мне показалась симпатичной, это коллаборация Lancôme с Лувром. Мне понравилась палетка. Мне кажется, классная идея. Я не поняла, из чего сделана упаковка сама и крышка. Какое там покрытие, пластик, наверное. Но мне понравилось, что внутри тиснение вот этой скульптуры симпатично. Симпатично, цены не указаны. И вот я вижу, что опять написано, что будет доступно в Японии. Ну, ребят, ну, Лувр не только в Японии любят. Блин. Ну, в общем, как всегда, вот эти все люксовые бренды, у них очень много коллабораций на азиатский рынок, потому что в Азии больше денег, в Азии больше их покупают. В общем, это нам, похоже, не видать. Очень странный запуск у Christian Louboutin. Выходят две кисточки и палетка кремовых корректоров. Я такого формата запуск уже 100 лет не видела. У меня такое впечатление, что это немножко устарело. Зачем? Зачем, я не понимаю. Вообще неинтересно, очень странно и наверняка очень дорого. Цена не указана. Непонятно зачем. Что попало. И последнее, что я заметила, это новая палетка от Viseart. Называется она Coach Etendue. Я надеюсь, кое-что я правильно прочитала. И это полностью палетка с шиммерами. И указано, что шиммеры здесь дуохромы.
На сводчах я не увидела дуохромов. Ну, вполне может быть. Раз написали дуохромы, значит, наверное, дуохромы. У меня бренд Визиарт, я уже говорила, слабо привлекает. Я планирую что-то от них попробовать, но точно не эту палетку. Поэтому тоже запуск меня особо не впечатлил. И на самом деле это все, о чем я хотела вам рассказать. Мне кажется, видео должно выйти короче, чем предыдущие. Я, как обычно, сюда приложу свой виш-лист из того, что мне захотелось из последних запусков. И я планирую в конце года сделать такой общий виш-лист по итогу, то, что у меня в нем осталось. Но хочу сказать, что этот месяц меня не особо впечатлил. Какое-то, видимо, затишье перед запусками, которые будут происходить к осени. Может быть, что-то будет к концу августа, к началу сентября, какие-то большие палетки мы увидим. Может быть, что-то от Danone. Я думаю, что Huda все-таки официально представит свою палетку Smoky. Но пока вот так, и ничего особо интересного я для себя не выделила. Напишите, пожалуйста, девчонки, что у вас появилось в виш-листе за последний месяц. И большое вам спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, отличного настроения. Всем пока-пока!